познаю, что такое каменные недра. Подожди, по-моему, ката... Особенно с пугами. Ката. Или дренор. Нет, по-моему, в катаклизме была вот эта хуйня, что... А, или в дреноре, можешь... Что, ну, тоже вот это ебаное подземелье, вот этот остров, по-моему, маленько по-другому был. Да, замена... О, Толбарат назывался. Да, Толбарат. Если Толбарат. Толбарат, да, было. И там вот такое же было хуйня, и название боссов то же самое. Просто я думал, что то же самое, а тут... Только туда особо никто не ходил, и всем серваком равняли серверные освеживатели душ. Да схуя ли, блядь, не ходил? Ходили туда, PvP-шмот, я ходил туда постоянно фармить, штаны, перчатки. Ты где играл? А? На каком серваке? Я на SD играл. Туда... Что там происходило в это время? Ой, я чё, типа я заходил, шмот фармил, и там делики какие-то делал. Как его фармили? Давай, скажи мне. Кого? Ты мне пизди, что ты играл на СД. Потому что на СД это по-любому бы запомнилось, как стояла толпа народу и ждала окончания, блядь, этого, забегавшие, блядь, в 3 секунды, в последние минуты, в секунды, когда 15 или там 10 на 10... Если ты забегал последние 5-10 секунд, ты получал там фулл ЕПО, то есть фулл это, блядь, ну, а, блядь, как называется? Чё там называется? Честь какая-нибудь? Да, знаешь, фулл честь получал в начале сезона. И чести давало очень много. А из-за этого стоял народ перед мостом. И просто стоял, я уехал, сервак ронял. Да, я эту хуйню не занимался. Сань, это... ты заходишь? Да, ты играл на каком-то другом сервере. Нет, по-моему, не, на SD это точно было, я уже на SD так играл. Я сначала на Драконморе был персонаж, потом я переносился на SD. Я сам играл на Драконморе. Дренор был? И Гнев Дракона. Я только с Легиона начал играть на Черном Хорошо. Шраме. Просто я туда ходил, я вот ты в сервер выбрал, конечно, бля. Не знаю, мне просто друг начал там играть, и Я тоже с Легионом начинал. Честь им трэш. Я на Есенево Мерсу начинал, потом на СД ушел. Так, а там это, там же, когда Черный Шрам ввели, типа, это был сервер Альянса, и туда, короче, это был новый сервер, вот пустой. Так, да, типа, ну, уже в Легионе там он чмошный был. Чё вы перемещаете его треплёху сюда? Пускай он почилит без тактики. Биг Дэм пускай заходит на приста. Блять, я варом уже зашел. Чем я помню, когда с Дракономора перешел на свежатель души, посмотрел в чат, бля, вот этот спам, блядь, который херачил свежатель душ. Я какие-то новости смотрел, что сейчас может Родавр из Альянсом ходить в рейды. Да? Да, да. Там через поиск. Ты в Диси, треплёха? Не, ну а чё с одной стороны? Джайна с травмом вечно там... Ты тактику знаешь, ТТГ? Ну так посиди, посмотри. Одного босса это... знаешь. Это у них, как говорится, не это, не обнова, это у них просто, как сказать, это у них критическая мера, потому что народа меньше становится. Угу. И они сейчас они просто тупо... уже отрубают. Да, не Сколько могут, короче, игре. Просто сделать так, чтобы, ну, люди по расам играли, они вынуждены это сделать, потому что, ну, тупо, ты сидишь в поиске, ищешь. Сделали даже, что ты можешь с Альянсом аренить, то есть, ты можешь просто... Видишь, на Уфе они делали, чтобы, наоборот, людям легче шмот доставался и прочее, а тут надо, чтобы больше донатили. А тут можно и без доната, блядь, всё, да. Ну, можно, но, блядь. Этот вар не зайдет, да? Начнем с Гаганаша. Радио кикнул во время боя и сломал этот буду. Ничего, сейчас уже умрет моб. Почему же на трэше людей не бафают? Типа мы идем, бьем трэш, блядь, ни одного бафа нет, блядь. Это же урон атает. Мобы быстрее умирают. Надо идти на форум ругаться, почему мутик не бурстит.
А то все же, блядь, там ругаются, что мутик умеет ДПСить, блядь. Ту тактику не знаю, сразу плюс оните, кроме триплёхи. Судорога, свистофляга. Ну как, я видосы смотрел, но там конкретно ж сильно все не поймешь сразу. Короче, тут надо относить дотину, которая на тебе висит в угол куда-нибудь, и отворачиваться от коста, когда он кастует, а то он тебе фир кинется. И все, больше особо тебя, на тебе ничего нет. Вот если без воды, как говорится, это все. Секунду. Давайте по МК свистофляга покемону, покемон третьему магу, я не выговорю и этот, и третий маг свистофляги, окей? Можете он Песо дать. Не надо Песо, Песо не маг. Для тебя МК росла. Песо так-то. ДПС. Треплёха, где у тебя камни в шмотках? Чарки. Нахуй. Отстанет человека, ну, блядь, он Нина и все. Он же сказал, да, что пришел. Он не знает. Мы тоже. Ни чарок, ни камней. Блять, ну, я хотел бы себе слушать, как это, как вот, типа, так... мне бы было бы там... Ну так это не для... 15 лет, но... 10. Я бы такой сидел бы, у меня был бы там персонаж, я бы сидел бы, нахуй, такой этот... Пусть знает, там, денег ни голды нет, денег нет, нихуя нет, блять, чё вставлять, куда... Я уже при ком-то выражался, кто-то, блять, кому-то денег не хватает на БК камни обычные, а кто-то, блядь, собирается вставлять себе, блядь, эти полироли. Вот отличие от игроков, блядь. Ну да. Кому-то на одно не хватает, кому-то на другое, блядь. Что за хуйня, что за разойка, ебать? Ну а чё? А, ёбаный, то есть ты должен... Я сердали пропустил, да? Строй, блядь. Это всё капитализм, нахуй, блядь. Вот я жду, когда упадет хоть цена до 18 тысяч, чтобы забить себя полностью сердце. Вот ты ждешь, чтобы я вот нахуй пошел по 20-ке. Там, они до 4К падали, я пошел по 20-ке, себе купил 3 камня, мне не хватало, надо было, и все, и забил. Сидишь, блядь, ждешь сколько уже, блядь, третью неделю, чтобы там 6 тысяч голды сэкономить? Нет, я сэкономлю 1060 голды. Ничего, да. Там у меня есть 400 тысяч, я сэкономлю 60. Ой, я доставлял, когда они еще стоили, блядь, по 600 голды, нахуй, мои оранжевые. Скажешь, когда ЭМА отдавать или там Москва? Метки. Метка в мели. А, блять, мы на гранаши, твою мать. Ты чё? Кто-то насрал. Я думал, он трактор. Засранец какой-то насрал. Дернулись. Блять, я перевернулся, а не отвернулся. Вернулся. Отведи его немножко к себе поближе. Тут в спину бить. А я что-то сижу, думаю, о, почему мы на центр пошли, на Ктракса, а это, блядь, Гаганаш. Так, очнулся. Метки, и отвернулись сразу. Да я, блядь, хилю как могу. Нахрена так рано вы диспелите, блядь? Здесь рано не подиспелишь. Это Рэл проснулся. Или это пиво говорит? А мало того, что кто-то еще сверху, блять, меня задиспелил. Суки, нахуй такие, да? Вот она, да, алкоголь. Как да, действует. Выходите из комнаты. Мужики, давайте счастливы. Пока. А ну что, две метки, что ли, за раз кидает? Я вот это вот не понял. Бачу. Берегитесь.
Вообще, да. Это тему уберите. Всегда две метки кидал. А, ну так вот, когда я к углу подбегал, на меня еще сверху кто-то метку кинул, блядь. Винил, ты в Дискорде, да? У тебя чувак какой он стоит? Вуду, там, не знаю, хилбот, что там у тебя? Вот, ты ДЦ, у тебя каст диспелы меньше, чем у меня в полтора где-то раза, может уже в два. Не кидайте диспел на рогов рана, пожалуйста. Какой диспел? Топа. Топа, да что? Так, блядь, кто-то задиспелил меня, блядь, я еще до конца не добежал. Метка не диспелит. А мне еще вторую метку, блядь, еще за вторую кто-то, блядь, сверху задиспелил. Метка не диспелится. Стоп, метка не диспелит. Диспелится какая там поебота, какая, я уже даже не помню. Диспелится дотка. Метка не диспелится. Она сама по себе взрывается. Вот она вешается, и через 3 секунды там уже. Ладно, я рак, все. Ты, наверное, себе там пиво вливал, да, пока метку выносил. И кто-то диспельнул, а он пиво не допил. Я подожду, пока вы наговоритесь там. Скажите, как будете готовы. Готовы. Судорога, у тебя есть фреймы рейдов? Да. У тебя есть массовое рассеивание и рассеивание заклинаний? Конечно, есть. Треплёха, тот же самый вопрос. Есть масс. А фреймы рейдов ты видишь? Видишь на людях магический дебаф? Это надо диспелить. Песа то же самое, помогай им. Да, я релок. И Неола то же самое. Это основная задача. Вот вас троих шипешников, а мордаунцы Неолы по одному разу только даете, а они додиспелят уже, если что там. Слушай, а зачем шипешникам диспелить? У нас два приста плюс паладин. Кто это спросил? Шаман. Брумгексин, который? Да-да. Ну, давай подумаем. Если будет диспелить два хила, ДСшник и холиприст, то тогда кто будет хилить рейд? Да два шамана прохилят рейд. Там диспела не было вообще нихуя. Я был, но у меня каст секунды 0.5. Ладно, может, ты тогда поэрелишь? Хорошо. Я же не чтобы релить же в гильдию пришел. Ну, я сказал, кому диспелить. Какие еще вопросы? Не, я просто спросил, я же тебе, ну, я не спорю с тобой, я спросил. Они кастанут один раз каждый. Это 1.5 секунды и продолжат бить. В чем проблема? А вот то, что мордаунт... Гильдия разваливается. А вот то, что... Нет. А вот то, что мордаунт диспелил 41 диспел, он диспелил 41 дебаф в одного. Такого не должно быть. Три шипешника чилит, и Неола чилит. Инсика хэпал он вообще не должен диспелить, потому что он проебет, ну, люди будут умирать. И еще, когда босс кастует фир, первобытный ужас, надо к нему встать спиной. Вот смотрите, как я спиной встал. Вот на спине у меня меч висит. Спиной это получается лицом от босса, получается плащом к боссу. Если у кого-то это будет сейчас не получаться на этом трае, но будете ГП лутать, потому что, ну, стопаете дамаг, стопаете хил и просто отворачивайтесь во время каста. Еще две метки появляются, черепок и крест над головой. Их надо вынести на край комнаты. Если есть какая-то пружинка, там дубовая кожа, можете одну в одну залить, но в две лужи уже не забегайте. Ну и от зеленого круга под боссом милики отбегают. И два на скаут зашел. Он единственному человеку не будет рад, только мы. 5, 4, 3, 2, 1. Всего три способности у босса, они по кругу повторяются. Метки выносите.
Отвернулись. Отбежали. Метки. И нового носи метку. Скоро эфир будет, готовьтесь. Метки выносите. И одновременно отвернулись спиной. Бежали. Диспел. Метки выносим. Скоро будет эфир, готовьтесь. Отвернулись. Провести него лоресой. Диспел, метки. Зажимает Войт. Каску лапу пристабав по Эниоле. Отведу сейчас немножко. Отвернулись. Диспел. Метки выносим. Убежали. Скоро эфир будет. Готовимся. Отвернулись. Диспельте. Метки. Отбежали. Отвернулись. Диспел. Диспел. Метки. Свернулись. Убежали. Метки. Самый простой буст тут. Ноги выпали, да ты шо? Ну ничего себе. Ого, два штуки шо ли? Вторая налога. Грусть. Так, Песа, ты хотел посох, да? По-моему. Может, в прошлый раз давали посох, нет? А я не помню. Песа, ты хотел посох, по-моему, ты говорил в прошлый раз. Ну, на контах. На контах хорошая хрень. Какого-нибудь сурва или БМ. На БМ, конечно, вряд ли. Точно, ты уверен? Станишки хорошие. Налог-то самый раз. А ты, Треплёха, в Вовку сколько играешь? А ты, Судорога, сколько играешь? Получше, да, его играешь? Я играю давно. Вернее, не играл долго, а так играл с релиза. Причем старый задрот. В этом смысле ничего плохого не имеет. Двойная атака. На энха, что ли, ноги, блядь. Можно какому-нибудь там паладину. А у меня меньше, да, ИП? У кого? У Судороги. Тут не по ИП.
Так кому-то надо с шаманов. А почему тогда шипы не отдал? Какому? Судороге. Ну вот судорога тоже брал. Я три плюхи закинул. Да, блядь, заби на него нахер. Он судорога, он играет, прям человек, видно. Ну, да, чел с сокетами и чарками хотя бы. Вот его постоянно видно, блядь, и все такое, блядь. Ладно, хорошо, сейчас разберемся. А вон тот, он заебой. Итак, тебе нужна багруха с леди? Если ты... А я ее уже продал. Хочешь, я могу наполовину прогнать за полтинник? Нахуя? А призм успекаться? За полтинник, кстати, тоже. Да. Блять, я ее три дня продавал. Нет, это же не мой хапал. Мне пофигу. Мне вот есть вот эти ноги, которые... Она мне вчера выпала, я ее выставил 50, ее сразу купили. Надо тоже попытаться, а то я шаману психу отдал. Тебе какие надо ноги? Но мне вот, вот это, мне без чарки локовская. Вот килли отдать, вот, который чарка идет на лока, у меня такая же. А если ты мне дашь, у тебя ноги, ну у меня уже 200 баджи есть, я там крутить не буду. Килли, тебе надо ноги, которые с чаркой? Да, очень надо. А судорога тебе ноги надо, которые 320, да? Ой, я не знаю, не, наверное, не надо. Минус. Там же должна быть другая чарка какая-то. Я просто не шарю в этих чарках. Там обычная чарка, там на всех она идет. Не, ну, что-то надо. А, да? Да. Тогда да, надо, значит. Уже поздно. Так. Что это? Кольчуга. Нахила 320. Это их уни. Как будто шаманов, наверное. Никому не надо, да? Ну, надо там покрутишь. Так, треплёха ты говоришь. Кикнуть треплёху, да, думаешь? Ну, кикать не надо, но, бляха, муха, ну, заебал. Ты можешь посмотреть, он. А чё сразу заебал-то? Он просто не готов, а так, типа... Ни чарок, ни сокетов. Ты... У меня, год... конечно, камень его крутой, по-моему. Это... Ты год играешь, ты чарки будешь делать или, ну, ты думаешь, не надо делать ничего? Будешь? Хорошо. Всё, я поверю тебе. Я тоже когда-то не вставлял шмот... камни, думал, что приду в рейд, выбью новую шмотку и уже тогда буду вставлять. А шмотку все не получал, а не получал? Ну, просто хуесосить стали, захожу в рейд и говорят, пидор какой-то без камней, без чарок, хуеплет. Не, ну, я сейчас тоже не делаю, надо, как бы, ну просто Т4 и 64 пояс, их там можно сразу чарить, геймить. Так, когда посох ушел по концу? У треплёхи я его закинул. У треплёхи он ужится. Я посмотрел, у всех там одноручка и оффхенд, а у него посох какой-то 245 или 32. А чё у тебя треплёха? Ну, там какие-то вот 12 есть, какие-то... Этот самый пояс откуда-то он взял, с ребра что ли выбил? Нет это за... За ОД. А что вот у тебя... ОД сколько у тебя сейчас? Посмотри, сколько у тебя ОД. Блядь, я бы лучше нахуй судороги реально отдал бы посох, типа, ну куда нахуй. Отдай судороги, блядь, тебе человек типа реально человека, играет, блядь. Ладно, хорошо. 51 левел, тихо. Блядь. Тихо, дай сюда посох мне. 676 ОД. А куда ты его дел? Ты что, в рейды не ходишь? На новое дел уже. Не-не-не, ОД почему так мало? Ты его куда-то продаешь? Но у него перо и пояс, это за ОД куплено. А, ну да. Точно, я думал, мне показалось серебра посох. Ой, пояс. Ладно. Ну, хуй знает, может он в рейды вообще не ходил. А куда ты до этого ОД девал? Там же камни стоят по 100 ОД камни стоят. Да. Их ограняют ювелиры. Вон ювелиры в гильдии есть. Хотя бы 20 СПД повставляй. А то ты пустой без камней совсем. Не, я вижу, что это за УД. Это все понятно.
Я могу ему дать 5 красных и 5 желтых камней. Толку нет, он все равно играет холи палом, блядь. А давайте босса бить, пожалуйста, а не это самое, не разглядывать шпы, что. Ну давайте сдаете, тогда босса можно бить, тоже, кстати, вариант. Альчики, вы куда пошли? ДПС 6 тысяч. Да, это я сейчас. Ну, пока там разбор полетов идет, шкаф будет, если что, я сейчас полирольки сниму, там, оранжевые ноги вставлю. За 15 тысяч любую куплю полирольку, а красную, блядь. Я оранжевую могу продать. Но за 15 тысяч мне не надо оранжевую. Могу тебе за штукарь продать 1/5 полироли желтой? Не, за штукарь. Ну, оставь себе, лучше продай за 4000, блядь. Она стоит 5-хатку, это так. Не, часть полирольки стоит 4000. Желтой? Красным. Так, этот самый... А, у меня желтая. Триплеха, иди портуйся в портал. Ну, где-то полторашку стоит. Портал поставьте еще раз. Ну, тогда камень возвращения нажимай. Здорово, народ. Мне Кем. В ДДшнике будь. Триплёха, это самое. Ну, 6 тысяч. Тебе чистить еще. Ик 25, Оня 25, Грульмаги Коп. Туда ходить. 6 тысяч даешь. Так что это... В обычке походишь там... 6 тысяч, и даже в целка 6 тысяч мало. Целка надо десятку хотя бы, чтобы ты давал. Ему надо геймиться, чариться и разбираться с классом. Покидать гильдию будешь, да? Или тебя сейчас кикнуть можно? Нет? Хорошо, смотри. Я посмотрю, что ты камни вставишь, хотя бы обычные. Придешь в целка, там хотя бы 9 тысяч начни давать. Камни повставляй. Там ШП может, блядь. Вообще, по-моему, без камней, без... Не, ну а знаете, я тоже так же буквально месяца 3-4 назад такое же у меня мнение было, что типа нахуй мне тратиться на чарки, на гемы. Ну да, а по итогу люди дают по 16, а ты 6 тысяч. Нет, но по итогу что получилось вообще? А то у меня реагенты кончились. Кому надо, починитесь, уважаемые. По итогу все свелось к тому, что я решил просто будь в... Ну, после штупок давать. Просто там это, там прист одевает Т4, даже без камней, без чарок и без нихуя, ты дамажишь в манекен. Ну, он год играет, он еще не понимает ничего, ему надо это все разжевывать. Мистери, принимай сумон, ебаный в рот. А, ну все, все. Да я что-то не пойму. Сумонят. Думал, пока там разбираетесь, какой лев попадет куда. Тут вся информация есть. Так, Мордаун, ты в каком спеке? Да я в холиках обычно. Скажешь, когда это сейвы давать? Мы с тобой на бублике сейв даем. Остальное все прохиливается. Ладно. Ты примешь сумон там, нет? Да я вот, я же говорю, кружусь. Если уже холика одел. Может, что это за метки? Это влево-право будете выносить древнее проклятие. Там над головой напишется. Надо будет выбежать. И когда... Проклятие закончится, под вами появится шарик крутящийся такой, с него надо будет выбежать. Забегать в него только по команде. Как называется эта индейка, блядь, которую сейчас готовят? Что? Она разве так и не называется? Мистери, ты примешь сумон или что, блядь? Так, а у меня нет сумона, я же говорил, я гружусь. Зачем ты вообще улетал? Точняк, и не на этом персе это все делал. И пали, блядь. А, как я сегодня писал уже в чате, кулинарка сейчас легко дешево качается. 200 голды можно на 350. Спасибо за информацию. Спина с другой стороны. Чтобы вы сами мобов этих отвели. Берегитесь.
С дыхания смотрите. Все сейвы свои прожимайте. Что-то у нас, блядь, с хилом проблемы какие-то. Ложимся. Вы сопроты брали, вы их хоть выпили? Так, призон, мордаунт. Что-то холик твой вообще нихуя не хилит. А потому что у меня тоже как бы это через раз чарка работает. Причем тут чарка? Ну, хосты не хватает, чувака. Мне не хватает еще это около сотни хосты. А и сики чё за хуйня? Тоже ты завис или ты дрочишь там сидишь? Какая-то хуйня, ты вообще не нахилил. Я... 2000... Заходите вовнутрь еще раз. Можете заходить. Вообще хила нету никакого. Вообще можно переевнуть. А вы в ДД, да? Кто там? Бромгексин? А, нет. А как так-то нахуй? И Хэлла тоже. Хэлла тоже в хиле был. Так а там хил не проходит. Бля. Потому что все целые стояли. Да, мы просто перебегали во время этого и все сдохли. Вот. Я понял, блядь. Злобный. Ебать, 7 хилов. Охуеть. Как 7? Сейчас 6. Нет, это потому что 2 шп. Призаны. Два шп. Судорог. А, это шп перехилил. Да. Я просто хил шп. Так ты видел, чем он хилится? Там все пожирающие чума, потому что еще в рекаунт записывается. Да, да, я вижу там объятия тьмы. Что это фигня. Так, ну, объятия вампира. Сколько СПД и неола у тебя? Че, бичи, блядь. Три хила нахуй ниже шп, блядь. Да. Синтек, ты будешь хилить? Нет, нахуй. Я подумаю. 3300. Мордаун-то у тебя сколько СПД? Ну вот сейчас я похаваю и скажу тебе. 4К. Бромбиксин покидает кильдер. О, блядь. А у меня 3000, короче. 2900 даже. Что-то у меня как-то мало СПД. Не, ну тебе еще прибавится во время игры, ну, во время боя, как и всем остальным. А можно пару слов? Это же твинки Атиса, да, все? Наверное, не знаю. Ну, на Джика, да. Потому что ДКшник, который... Уже не знаешь, знает, чего ждать. Нет, в последнее время ДКшник спамит постоянно какую-то гильдию, примерно с нашим... Я не знаю насчет вина Атиса, но я знаю, это что Атиса покинул гильдию. Ну если вот, никто вот. Не заметил. Я заметил, блядь. Ну, человек, ну, он потерялся. Видите, Энг стал хреново ДПСить, он пересел на ДКшника. Которого... Генсин тоже покинул гильдию. Я не понял. Ну, он и рейд покинул. Генсин тоже покинул. Звучит как анекдот, очень плохой анекдот. Ладно, мне тоже левая скильзи тогда. Шаман съебался один раз. Ну и вали, блядь. Знали бы вы еще мой основной ник. Чтоб свалить. Он так и был анекдот, блядь. Так, этот самый... История на РЛ, я зайду на приста. И поищите какого-то челика в гильдии, может кто-то в рейд хочет. Ну и там на будущее, если кто-то, ну, кто-то хочет 25 геры только ходить, можете сразу ливать там в какие-то другие гильдии. Можно пару слов про тактику? Да. Нет. Да. Да там в основном босса бьешь и так, если сферки появятся под ним, сферки зауешь, ну из черного пола выходить и все. Зерг босс. Он за 2-3 минуты падает. Легкий босс. Ну что забегать в сферы эти, блядь. Да, он милик. Это же милик, да, спрашивает? Да-да-да. Просто чтоб не заслакать. Там самое главное древнее проклятие. Там напишется над головой. Надо будет вынести его из-под босса. Чтобы милики остальные могли бить. И все. Там кто-то плюсанул в этот в рейд. Не-не-не.
А кто-то писал в гильдию? На эту гляну, у нас никого даже этот... А вообще нужен танк, нужен или кто? Этот рукмастер, спекайся, потанчишь. Ты танчил уже. Китайцы же, знаете, да, ДКшник? Ну, типа. Он уже топ-1 взял, блядь, на этом, на офе. За ДКшника, хотя ДКшник сейчас на офе вообще говно. Ну, ГДК, а я бы не сказал. Нет, он единственный ГДКшник, который в топ-10. ГДК вроде жесткий. Это про арену? Да, про ПВП-арену, да. Так они играют с паладином, блядь, с которым они, нахуй, играют уже 10 лет, нахуй, постоянно. Не, он, да, не с Орманом играет. С Орманом они, нахуй, брали? Не-не-не, он сейчас начал с этим, блядь, каким-то там другим. Ну, говорит, Орман говно. А, да? Да это Мэрэла. Я на него на офер на БГ смотрел. Я просто БГшки бегал, аренил, а китаец, он херованно играет на БГ. Блять, на него, сука, смотришь, он так, сука, косячит там, блять. Еще бы на БГшках, блять, играть полную силу. Не, ну 10 на 10 это, блять, это нормально. Это, то есть должен кто-то рыть. Ты помнишь, да, Хукмастер, как этот прожимать? На 17-18 секунд эту хуйню. Ага. Так, ну все. Так, этот Иниола. Он отбивается. Дайте Иннер забрать жену. О, хорош. Ты не представляешь, я еще на 3К ММР играл. Сюда? На арене. Ну, на БГ. На БГ там, блин, бичи одни играют на 3К ММР. Все, он готов. Нет, там у нас лонглады одни. Блять. Так, все готовы. Так, где мне тут отсчет? Сука, вот он. 4, 2, 1. Берегись. Блин, что-то я насмотрелся ваш видюшек. Злобные рависты ресы. Иниола, первую и вторую пати считаешь ты или нет? Или ты сдох, блядь? Метки выносим, это, из-под босса уходим. Песа на хп.
барьера есть. Метки выносим еще раз, проклятие демона выносим. Появятся бублики, с них выйдите. Выйдите с них, выйдите с них. Заходим в бублики, заходим в бублики. Выходим с бубликов. Судорога на ХП. Три ляма пробуем добить. Метки демона вынесите, и бублики появятся, с них выйдите, чтобы вас смогли хилить. Выйдите с них, чтобы вас могли захилить. Все, там лям добиваем. Сейчас у кого есть на ХП, не уладай на ХП. Все нормально. Хил с абсорбом линканите. Интересно, я там что-то вообще наабсорбил. Наручи на мага. О, нихуя себе, я первый. Охуеть. Веселый босс. На хиле веселый. Этот... Скажи мне, А в этот джезл нельзя там этот сокет делать? Нет. Нет. А в посох? Мардан, ты этому судороги закинул, не против? Посох можно 100 пудов. У него там какой-то 45-й босс. В джезл нельзя ничего совать, а в посохе и другие оружия можно. Так а что, можно как-то апнуть посох этот еще? Нет. Но если бы он был с десятки, то можно было, наверное. Так, на сову ноги. Ну, типа с десятки, да. Кто у нас там совы есть? Злобный, да? А у тебя есть, по-моему, да, это вся хуйня? С 25-ки можно сокета ему въебашить. Угу. Никто не знает, где можно жезл на дух хосту найти. Сука 25. Там такого нет. Призван обратно в инха. А, там... Дух. Да, да, да. Там либо дух крит. Заломание падает. Дух меткость только, вот 45-я за бадж. Дух крит, вот у меня... аукционе продается. Нет, мне нужно именно, чтобы был дух хоста. Так, Эй, у тебя как с онлайном? Падает. У тебя как с онлайном, нормально? Или, я помню, ты не играл какое-то время. И как у тебя будет в будущем? У меня также по-разному. По-разному. Иногда могу, иногда вот не получается. А свистофляга у тебя что? Да нормально. Короче, да что, покемону не надо? Да, дай, кто выиграл, тому и отдай. Ты что? У него будет. Вот здесь поезда будет, да? Да. Не, ну типа смотри, у меня тут ДПС с хуеву душу на самом деле. Покемон тот же, блядь, в том же смоте больше меня выдает. Типа, наверное, ему лучше. Ну, хотя я не указываю. Ну да, покемоны я вижу чаще. А у вас не, ну, ни одной чарки вообще нету, да? Там. Это же одна из двух чарок на мага. Да. Ни у кого. Причем вроде бы топовая, мне кажется, не? Да. Ну тогда рольте втроем, да и все. Кто выиграет, тому и закину. Вот это самое сложное блюдо, да? По красоте просто. Пусть берут. Ну тогда... Тогда свистофляги закину. Спасибо. Латы. Равист вроде ходит за этими запами. Ну там чарка маговская. Не знаю, о чем он. Пань, нет. Да и похуй, ты пошел маговская. Да? Маговская чарка, ну люди что, некоторые крутят 50 раз, в смысле похуй. Она маговская, сейчас выпала, маг ее и получит. Вот эти запы, 320 урона, там что-то надо кому-то, хукмастер и инсика. Так, хукмастер. И вот эта хуйня 320. Вот то, что предыдущий рейд падало. Походу они скрутили что-то вместо духа, падает теперь кожей дохуя. Да почему не падать? Ну, что, кто-то будет там ролит? Да нет, никто не ролит. Вообще никому не надо. Ну, я заберу.
буду с двумя чарками бегать потом. Поймаю вторую, хорошую. Так, ну 4 хила будете. Призан в ДД. А, и еще кто там может? Хэлла можешь в Лема прыгнуть. Т4 не работает же. А, ну, тогда в 5 хилов хули. Тут какие-то фиолетовые, зеленые, я смотрел по видосу, да, какие-то шняги. Нельзя сбегаться вместе, да? Да, да. Ты умрешь. Пэса там зайдешь? Куда Пэса делся? Он что-то второй раз уже релогается. Ну, чтоб ласка не тикала. Блять. А вот зашел. Так, там рыба. Это. Значит, тактика. Кто знает, может там 3 минутки покурить. Кто не знает, оставайтесь обязательно. О, отойду быстро. Значит, босс. Там cancellation пишет, что ему запомнил, нужно было. А. Прости. Cancellation это самое. Ну. Это самое, у тебя Дуна и ПГП лутмастера нету, видать из-за этого. Там красненьким 3 человека, по-моему, были, у кого Дуна и ПГП лутмастера нет. Ну, потом поставишь аддон. Ну и я этому хукмастеру закину, у нас мейн спек дамаг. Так что тут по консулу закидывается. Ну, в следующий раз лутанешь какой-нибудь. Тем более там без чарки классовый был. Так, значит... Песа просто, чтоб ласка не тикала, наверное. А он туда-сюда прыгает. Значит, смотрите. Здесь с пула босс кидает метки. Зеленые и фиолетовые. Вот. И под каждой меткой у игроков своя особенность игры. Фиолетовые метки кидаются на тех, кто ближе всего к танку и к собаке, к самой, то есть миликов. Зеленые кидаются на того, кто дальше стоит 30 метров от босса. Вот, они делятся по принципу 12 фиолетовых и 13 зеленых. Фиолетовые метки должны постоянно двигаться, либо бегать, либо прыгать. Каждую секунду настакивается дебаф, на 3 стаках он восстанет на 5 секунд. Это хуево для того, что если появится луч, то этот луч, если он будет противоположного цвета вашей метки, то вы словите конфликт. Этот конфликт, он на 5 секунд вешается и в секунду по 5000 бьет не только по вам, а по всему рейду и вайпает весь рейд. Вот, самое главное на этом боссе не ловить вот этот конфликт. Ну и на каждую из меток вешаются 3 способности. Первая — это пульсация, это просто 8 метров вокруг по 500 урона наносится. Это просто появляется и исчезает такая малозаметная дымка, пульсация. Вот, и второе — это гейзер. Гейзер — это появляется кольцо 8 метров вокруг вас. И оно не пульсирует, не появляется, не исчезает, а просто появляется. И через 3 секунды из него выходит луч такой, это гейзер. Как будто взрыв такой. Вот, он наносит 15 тысяч урона. Если 2 человека в одной точке стоят, то это уже 30 тысяч. С него надо просто успеть выбежать. Ну и третья хуйня — это метка, как на собаке появлялась, такая же, только их 2 штуки появляются, и они могут быть либо зеленые, либо фиолетовые. Вот там 8 или 10 секунд висит дебаф, и в конце он взрывается на 70 тысяч урона, одна метка, чтобы, ну, 8 метров вокруг от этого человека. Если он один стоит, то он сдохнет просто, если у него нету сейва какого-то. Если... Извини, перебью. Глыба, войдет эту хуйню, да, или нет? Да, да. Я не понял. Если к нему 3-4 человека сбегутся, то они поделят между собой этот урон равномерно, и потом появится лужа. С этой лужи просто надо выйти. Вот эти 3 способности. И еще будут лучи на полу. Сначала нужно встать на пустое место, где нет луча, где не окрашенный пол. Потом звуковой сигнал пройдет, что проехала какая-то хуйня рядом. И нужно будет сразу, ну, покраситься пол, на котором вы стоите. Пройдет звуковой сигнал, и потом нужно перепрыгнуть в то место, где первый раз красился и прошел звуковой сигнал. То есть этот поезд проехал. Вот, если не понимаете, в какой момент именно нужно выпрыгивать, то вот ориентиры, допустим, для миликов — это квадрат история. Для РДДшников это... Кто у нас там?
Так как я на ШПшнике давно не играл, давай пусть Эйя будет звездочкой. Когда именно выпрыгивать из луча? Если не понимаете, то лучше постойте, посмотрите пару траев. Вот. Ну и самое главное, то есть не встречаться друг с другом, то есть не ловить противоположного урона. Противоположный урон, он может быть и на луче, который на полу. Он может быть пульсация, которая вокруг людей, то есть к людям с противоположным цветом метки не подбегать, то есть РД не подбегают к миликам, это нужно видеть прям глазами. И не заходить в лужу противоположного цвета. Вот. И ничего сложного. Так, сейчас мы разделимся. Получается. Бровист в кота. Так. Призон милик. И кто у нас? И Мордаун, ты, наверное, попрыгаешь с фиолетовой. Нюла, я не знаю, как будет. Да, мне надо ДЦ спекать, потому что я не могу прыгать в спекайся, спекайся в ДЦ, будешь в ДЦ прыгать. Так, ну все вроде поели, давай проверку. А, суманики тогда. Я думал, пасик там заходит, не заходит. Суманули уже. Нет, я суманули. Сейчас три трая пристрелочных посмотрим, как что у вас получается. Потом разберем. Давай с первого. Ну тут много новых людей, 3-4 человека, которые здесь не были. Так что смотрите. Пусть помирают и все. Так. Где у меня тут отсчет, блядь? А вот. Ера только, давайте. 2, 1. Бегите или умрите. Берегитесь. Мифик, ты фиолетовый. Да, я только что занимал понять, как я так получил. С пула кто-то не слушал хуёво, наверное. Милик, не бегай рядом с РДД. То это там лекарство. Так. Бегите или умрите.
Ложитесь. Ладно, ложимся, хватит. Да почему ложитесь, ты, блядь, добьете? Да мы сейчас убьем ее. Тут у вас 20% осталось. На 200 гп спорим? Ой, я к тебе приеду, вы скитим, блядь. Приезжай. Ну, я недалеко жил. Ну и что? Сейчас она идет, но... Я так человек добрый бить не буду. Ложитесь. Понятно, от чего вздыхаете? На поездах сдох. Ну, те, кто вздыхали, еще раз второй трай вам объясню. Постойте, ничего не делайте, посмотрите на людей, на которых я поставил метки. На РДД звезда стоит, на милике стоит квадратных историй. Посмотрите, в какой момент выпрыгивать с луча, чтобы не обосраться. Если появляются гейзеры, до того, как они появились на протяжении всего боя, делайте расположение своего персонажа так, чтобы у вас было место вправо или влево, или назад, или вперед куда-то выбежать, где не стоит другой человек. Если вы не будете об этом беспокоиться самостоятельно, каждого за ручку у вас 25, я не смогу провести, это невозможно. Вот. Позаботьтесь о своем местоположении. Это делается для того, чтобы, когда появились гейзеры, вы не бежали по полю из гейзеров, а выбегали только из одного своего гейзера. Или из пачки гейзеров, которая плотно стоит. Но вы убегали в пустое место. Вот рыба. У рависты нет кота. Ну, а какого хуя ты молчишь, блядь? Пиздец, блядь. И Неола, идешь прыгать вместе с... А что ты сделал с котом-то, блядь? Ну, я не видел этот призван первая, вторая пати, значит, с миликами, Мардаун с Неолой, вот конкретно. Вы вдвоем прыгаете вон там. Вон там. Вдалеке, блядь, от всех. Вот кружок, ромбик на вас. Вы, Неола, перейди в звезду. Ты там будешь начинать. Ты будешь с фиолетовой меткой теперь. Ты будешь двигаться. Неола, слышишь? Давай, там надо постоянно прыгать. Либо бегать, либо прыгать. Значит, 12 человек, это первая, вторая пати и Мардаун с Неолой. 5 секунд можешь этот... Неола, иди ко мне сюда. Аккуратненько, только не спой босса. И к боссу в начале, перед первыми гейзерами, стой спиной и всех щитуй спиной. А чтобы просто посмотреть, где стоять лучше? Подальше от рейда. Это кто спрашивает? На связи. Вот кружок, ромбик. Примерно сейчас, вот где они будут, вон видишь, где они далеко, вот там вот стой рядом с ними. Только не мешаем, ну, подальше от них, чтобы гейзер, ты видел, что ты со своего выбегаешь, а не со своего. Чтобы ты им не насрал. Это, там двое ребят, их зачем-то поставил в конец угол, ну, в конец карты, блядь. На них сейчас кинется либо зеленая, либо синяя. Ты кому? Это про кого? Про нас, что ли? Вот у нас мордаунт и... Не-не, целый раз здесь начинаю, все нормально. Просто подходим к ней и все. Не палься, я уже так начинаю раз 10. Ладно, когда босс будет, пуляться, к нему поближе подойти, чтобы точно словить фиолетовую. После заходи. После, у тебя что-то там сломалось? Что у тебя там? Что-то релогаешься часто? Да пизда, вообще какая-то катастрофа. Подожди, скинул скриншот. Просто нахуй. Ни интерфейс, нихуя нету, иду по приборам. Ебать, нахуй.
Ты просто это выпрыгивай случай там, ну как-нибудь хуярь там 1, 2, 3 просто тыкай на что повезет. Не работает, вот просто работает. Что у тебя аддон, походу, забагался. Ну, блядь, я не умею. Ладно, траем, посмотрим, почиль, побегай, прыгай, блядь. Тучку, блядь, на какую-то кнопку. Это, все готовы, где там? Где отчет? 5, 4, 3, 2, 1. Бежи меня убей. О, блядь. Бегите или умрите. Ложимся. По связи ты понял, как ты сдох? Консил и этот неокрон. Так, 3 стака. Я вроде прыгал, но я понял. Хорошо, это... сейчас про это буду. Сейчас про это буду рассказывать. Ты бы получил стан, да? Да, я 2 раза получил его. Сейчас буду объяснять про это. Просто ну, прыгай сейчас. Ну, а Биг Дэм, соответственно, хуйня какая-то неведомая, да, произошла у тебя? Ну, бывает. Иногда чё, блядь. Да. Не робот же, блядь. А Макс с звездой блинканулся на поездах, что ли? А помнишь, как ты меня подъебал, как я помирал? Да, блинканулся. А что случилось? Как мне за ним следить, если он блинкуется, блядь, ебать? Тоже блинкуйся, чё ты. Я ШП. Ахаха, хорошо, он на себя, на себя переставлю. Не, ну я выжил сейчас, да. Главное, чтобы понимание приходило, в какой момент случая выпрыгивать, это самое главное. Ну, сейчас осталось разобрать, только сделать так, чтобы на гейзере 4 человека не сдыхало. Вот, объясняю, как нужно вести себя, если на вас фиолетовая метка. Вот. Неокрон, кто там? Канцелятором, блять, смотрите на звезду. Значит, метка вешается, стак вот этой фиолетовой хуйни оплетения вешается каждую секунду. И он вешается не просто так, а он вешается именно в момент наступления секунды, наступления первой секунды, наступления второй секунды. Если вы, например, бегаете вот так вот, прыгаете и с нуля отсчета до 0,9 секунды и остановились. Потом на вас так повешался, и на 1,1 секунде вы начинаете бегать, и до 1,9 секунды вы остановились, на 2 секундах на вас обновится стак второй, потом также это на 2,1 вы начали бегать, или прыжок у вас, или задержка, или пинг и так далее, комп слабый, то на вас на 3 секунде обновится стак. Понятно, о чем я говорю? То есть, чтобы точно скинуть с себя стаки, если вдруг вы прыгаете и у вас не получается, то это означает, что стак вешается на вас в момент, когда ваш персонаж приземлился и, соответственно, не двигается. Либо вас подлагивают, либо интернет хуёвый и так далее. Вот, чтобы это избежать, чтобы скинуть стаки, если вы увидели, первый стак повешался на вас и не скидывается, то начните движение своим персонажем, бегайте право-лево, только оно должно быть непрерывным. И как только с вас стаки спадут, вы уже можете там продолжать прыгать там или бегать. То есть выберите что-то одно. Багнутая, отойдите от рыбы, блядь. Алло, ДКшка, отойдите нахуй. Это не ДК, злобный тролль, отойди, пожалуйста. У тебя что-то с фреймом. Ебать, он огромный, конечно. О, вот. Ну и не говори.
ПСМ, ты вот, что там на починил? Нажимаю, злобную боль. А, это из-за огонька из-за этого. Да, лучше выключи, если это, блядь, в рейде будет такая хуйня. Там вообще-то... Насчет гейзеров. Я каждый гейзер вам не скажу заранее. И вообще не скажу. Это только ваша реакция. Вы должны ждать эти гейзеры. Они очень, очень простая хуйня. Первые гейзеры, они на том, на тех метках, на которых не было пульсации. Допустим, если пульсация на миликах кидается. Ну, хотя я точно не уверен, но вы должны ждать первых гейзеров. Либо на миликах они будут, либо на РДД. После этого они чередуются. То есть, если первые, допустим, кинутся на зеленых, то на шквальном обстреле вот этих поездах они будут на том, на ком до этого они кидались, то есть на фиолетовых. Если наоборот, если сначала с пула кинется на фиолетовых, у вас не должно 4 человека сдыхать, вы должны с них выйти. Если вы не уверены в себе, давай сделаем так. Вот, допустим, Big Dam, кто там? Вот этот Некрон не знает. Вот, первая пати, вы остаетесь под боссом и выбегаете ну, в сторону угла, вот здесь, где звезда стоит. А вторая пати, ну, если кто-то уверен, с там, допустим, Хистория, оставайся. Остальные все, калькулятор, Неокрон, на связи, там, Вадикон вроде знает как. Если не уверены, съебитесь туда в угол, в конец, нахуй, где там присты прыгают и этот, и кто он еще там прыгает. А, два приста и все. Вот, съебитесь туда и, ну, и сделайте там, в шеренгу встаньте и выйдите с этих гейзеров. Потом уже побьете босса секунд 10. Вот. Где они прыгают? С какой стороны? Сейчас ромбик поставлю. Вот, они прыгают в том конце комнаты. Ромбик видно? Да-да-да, туда пойти и там стоять. С пула побьете 15 секунд и туда съебетесь. И сделайте так, чтобы ваши гейзеры... не мешали друг другу. Каждый себе, но при этом, когда с гейзеров вы бегаете, вот эту решетку, до половины ее не добегаете, здесь стоят РДД. К РДДшникам не подбегайте ни в коем случае, словите конфликт. Конфликт это либо вы к человеку подойдете и его урон его цвета словите, то есть не своего цвета, и вайпните весь рейд, либо луч противоположного цвета словите. Песа, что там у тебя? Про это, продуплилось все. Так. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Метки. Так, я тучку отдам. Обстрел. Вы умрете. Вот калькулятор словил зеленый луч. Сдвигаемся параллельно РДДшники.
чтобы место было остальным. Есть. Бегите или умрите. Вы умрете. Поближе к стене там милики кружок прыгает, только в шипешника не задень. И то мы конфликт с тобой словом. Ну ты хоть себя щитуй-то нахуй и не вола, блядь, что-то делай, что ты дохнешь-то просто так. Пиздец. Пытаемся дотащить, хули, вот кто живые. Но у вас вся надежда. Вот сейчас обстрел, берегите, не обосритесь на обстреле. Берегитесь. Вы умрете. Что за конфликт? Конфликт судорога. Да не он один. Ну почему, блядь? У меня аж целых двое. Заходите. Да? Выдаст. А вот там кто 4 человека смотрит стрим? Какие игроки это? Скажите. Да, походу я. Рамик. Охуенно, да, когда видно на людях это, как оно называется? Все эти дебафы, всю эту хуйню. Я не смотрю, не слушаю. Через аддон твой видно. Я говорю про Вуду. Да, проклятия всякие, дебафы, эти бафы, они синеньким прям подсвечивают на игроке, прям видать хорошо. С ними диспелить прям вообще круто. И метки вставятся сразу. Вот судорога ты вайпнул нас, нахуй. И кто-то еще с тобой, нахуй. Давай. Противоположный урон ловите, нахуй. И бичи с пула лежат, нахуй. Ну что, стало доходить, как на этом боссе играть? Товарищи, вторая платья. Ну, поезда, да, переживаю. А вот конфликт, что-то я вообще не понял, как мы поймали его. Конфликт, если ты получаешь урона другого цвета, противоположного тебе. Так если мы с Локом, да, получается, его подели, ну, получили? Вы получили фиолетовый луч от поездов. А, ясно. От поездов. Сходили на фиолетовый луч вдвоем. Рыба стоит, ешьте быстрее. Ты там на первый раз прощай. Я не очень понял про эти гейзеры, честно говоря. Ну ты круги видел на полу, блядь? Ты круги на полу видел? Ну, как когда танк отводит каждый круг по стенке? Нет, нет. Нет. Которая под тобой... Кольца, 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 не круг, хуй с ним. Кольца, кольца ты видел? Кольца, это видел? Вспышки. Вокруг... Вспышки? Нет, кольца она вокруг пульсирует игроков. Пульсирует просто. Нет, не пульсирует. Кольца вокруг игроков появляются, ты их видел? Ладно, сейчас появится... Надо я только будет... зеленые видел. А, да. Ну вот еще и фиолетовые тоже кольцо, бывает. Кольцо, которое остается на месте после игрока. Вот это вот кольцо видел? Не, я в этот раз прыгал. Ну, сейчас, сейчас смотри. Ну, не прыгай, бегай, значит. Может, так лучше будет смотреть. А вон ты 4 лимон поправил.
Блять, наконец-то, ну. Давайте, надо убивать, блядь, эту ребут еще. Так, я же говорил, блядь, про это. Войт, а где твоя метка-то? Я тебя искал полрейда, блин, что-то метки не было. Ну, наверное, скинулась. Ну ладно, я уже переживаю, плюс. То бишь, короче, надо было мне заходить не в фиолетовую, короче, поезда, а в зеленую, да? Нет. Не надо заходить вообще. Короче, она одна активируется, а вторая типа ждет. Вот ты на пустом пропускаешь одну, и как только она прошла, запрыгиваешь туда, чтобы тебя вторая, когда активировалась, не задела. Ты должен оба поезда избежать. Ага. Вы по местам вставайте со своих сторон, кто? Сначала хуярит фиолетовая, потом зеленая. По-моему, не факт, они там по-разному, нет? Так, даю отчет. Ой. По-моему, всегда фиолетовый, а потом зеленый. 4, 3, 2, 1. По-моему, поставьте вуду и не бейте мозг. Вот что, по-моему. Мне повис. Развисай, хули. Сейчас мили будет. Не факт. Не факт. Вон в миликах. Круги увидел эти? Кто там? Да, увидел. Вот. Это есть гейзер. Сбегите, сбегитесь меня, блять. На поездах у РНЖ будет гейзер. Да, РНЖ на поезде, ну на поездах сейчас не должны сдохнуть, смотрите внимательно. Сейчас будет обстрел, готовьтесь. Бегите или умрите. Вот обстрел. Вы умрете. Это я что ли словил? Нет, канцелятор. Огонь. Канцелятор словил. Да, его там не нравится. Мишика. Ну, раз даже я выжил, то убью. Берегитесь. Да, действительно, редкость. Покемоныч, ты зачем запираешь людей? Встал в толпу просто и все. Зачем, блядь, сбоку вставать? Я понял, но... В биг демо. Берегитесь. Их никто не хилит просто, нахуй. Челиков, нахуй. Двенадцать лямов, нахуй, и 10 коллег будут бить. Берегитесь. Ложитесь. Там в конце вообще залупа. За неожиданность. Да давай добьем, ты чё? Ты накурился, что ли? 9 лямов. Нет, я не курю. Не, он пьяный просто. О чем она мало сбежала? Ложитесь, да, сбегитесь в одну точку, сука, ложитесь, сдохните, стоп хил, блять. Словите конфликт. Вот, молодец, вот, свистофляга. Ну ложитесь, нахуй, ну время не бесконечное у нас. Берегитесь. Заходите.
Так, что, наверное, не побить, надо ГП покидать, да, для профилактики, для укрепления. Да в конце как-то оно плохо, оно, блин, в метку сбегались и вот гейзеры. Пристрелочные траи закончились. Какие гейзеры? Муфик, у тебя вообще портал, блядь, и ты нажимаешь одну кнопку, и ты не в гейзере. Да не, мы сбегали с живого. Нет, там метки были, и, короче, люди сбегали с него, и как раз гейзеры появились. Начали убегать и взорвались. Понятно. Хорошо. Ну, сейчас такое, наверное, не прокнет, и, наверное, мы убьем. Ешьте рыбу. Ну, это примерно как на Синдре. Сейчас, когда... если... Ну, сейчас по сотке будут накидываться, если будем на гейзерах подыхать. Пэсса, у тебя там появилось 1, 2, 3? И РДДшники, старайтесь в линейку вставать, а не то, что, блядь, шахматным порядком. Вот с рейнджа у всех одинаковые. Или кто-то, блядь, с 25 метров бьет. На этих, на поездах проще, если в линейку все стоят, выходить. Да, просто линии стоите. Да, да. Там потом поезда, когда появляются, вправо, влево, все. И даже гейзер не достанет. И кто-то там, вот и Неол или Мардан, кто-то с вас, блядь, близко туда прыгает. Вот там ближе к стене прыгайте. Там РДДшники в ту сторону двигаются. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Вот, покемонич ближе подойди. Вот так, да. Ждем гейзеры. Скоро будут. Либо на РДД, либо на миликах. После этого они чередуются по очереди. Следим за этим. Сейчас на миликах. Милики, вам всем надо выжить. Вот на РДД вышли. Не работает. Наебал. Наебал, получается. Берегитесь. Также в линейку. Еще в годах поиграть. Обманщик выходит. Можно сказать, как это в простонародье называют? Сдобол? Вот видишь, ты умный. Ну, сука. Метка. Вот, и глыба. Вот опять. Берегитесь. Блять, кто настраивал, блять, меня дон нахуй. Обстрел, смотрите внимательно. Берегитесь. Есть контакт. О, контакт. Захиливаем нахуй. Все, кто живые, внимательно сейчас играем. Нельзя словить никакую хуйню. Можно добить, успеть еще.
Берегитесь. Вот милики гейзеры. Там хули, там когда говоришь, просто уже они взрываются. Поэтому нереально. Ну, три ляма должны добить, я думаю. Тут конфликт никто не словите. Еле-еле, нахуй. Ё-моё, класс. Опа. Мне бы перчик, кстати, крутить, неплохой лут. Навары, короче, хорошие перчи. Ткань, кожа, латы, кроме кольчуги. Все упало. Что за тапки? Что за тапки? Это топовые тапки считаются? Да. Там не написано чарка, да? Хоста. Да. Ну еще больше хосты дают. Круто. Нет, я про хосту говорю, да. О, блок щитом и товаровские ботинки. Мне бы перчи взял покрутить на АП. Они вроде здесь никому не нужны. Да, оставь на комбо-то. У нас есть один вар. Так, да, не, так это же, ну такое, дороги. Раз, два, да, четыре, у которого есть еще такая же чарка. У меня очень быстро скрутятся такие, так же, за руку. У тебя кровавая пучина, ты хочешь этот топор все равно, да? А не Акрон, у тебя что вообще за хуйня? 270 уровня, что это за параша вообще? Линкани свою пуху. 132 у него. А-а-а. Инвизибл тебе точно надо? Ага. А калькулятор у тебя там что? У тебя вообще грантимы показывают. Ладно, не окруну, но... Калькулятор хочет пояс. Сейчас дойдем до пояса. Так, тапки на танка, про товара. Кто у нас там про товар? Биг Дэм. У меня есть такие, отдай кому-нибудь надо. Покрутить будет, да? Так, мастер пускай покрутит. Так. Вот эти бы тапки к тому, кто в гиру ходит с нами. Да уж по-любому не нубан. Ну да, тапочки топ. Так, кожа, чё это? Двойная атака, блядь. Кожа двойная атака, интересно. Это я порулить хочу. Покрутить, да? Никому не нужны. На комбо-то, наверное, четко будет. Да, ну, уроги так быстро скрозь атаки, а тут раз, два, четыре секунды. Пояс, эффект... В поисках правосудия, что это ретрик? Блять, Павловская. Я на П хочу взять. У нас один ретрик. Больше нету панов, да? Тебе повезло, блять, чертяка. Да. Слава богу, блять. Где-то повезло. Дром, так, синдром, блин, этого. Этот поиск сколько... хотел калькулятор, может быть, ему все-таки? Дайте, блять, лучше какому-нибудь ДКшнику, нахуй. Он не будет все равно играть в ретрики никогда. Ой, моет. У меня вообще мейн ретрик, блять, почему? Какой ретрик, блять? Ты друид. ТКшнику, лол. Ой, это самое. Чего, чего? Да там это же неделю отыграл, там 4К даешь ты это? ЕПЛ, это кому надо? Судороги. Давай. Это я правда на четвертом месте сейчас? Что значит на четвертом месте? Да. По ДПСу. Первый. Ну тут, по крайней мере, так. 15. Так, все, на сегодня чуть тяжелый рейд, сегодня слишком много разговоров было. Надо отдыхать уже. А кому поезд достался? Этому я отдал инсики. Ну, инсика, нахуй, если ты не будешь на ретрике играть, ты, ну, это тем более я не твой персонаж. Я буду на ретрике играть, блядь. Да не будешь ты на ретрике играть.